нашей горячо любимой 22-й школе. Сегодня самый важный день для учителей и учеников. И как здорово, что именно этот учебный год мы начинаем с праздника – Дня Знаний. День настал! Звонки! Звените! Начинайся год учебный, год мечтаний и открытий. Славный год и год волшебный. Как сияет школьный глаз, вроде все привычно, просто. Только каждый месяц школьный ставит множество вопросов. Пожелаем выйти с честью из нелегких испытаний. Много радостных известий, пусть удача будет с вами. Исполнение желаний и друзей хороших много. И в огромном мире знаний отыскать свою дорогу. Позади уже остались летние каникулы, и мы уверены, вы рады вернуться к нам. С не меньшей радостью мы бы хотели пригласить на сцену нашего любимого директора 22-й школы, Нагуманову Елену Борисовну. Жарким зноем, позади счастливейшие дни. И опять, как прежде, мы с тобою в утро ранней осени пришли. И опять начнется все сначала в школе, от звонка и до звонка, снова от сентябрьского причала понесет нас школьная река. С трепетом, волнением встречаем праздник знаний, праздник сентября. Школьный год отчет вновь начинает, и опять колокола везде звучат. Школьная линейка, посвященная празднику Дню Знаний, считается открытой. Этот день всегда... Спасибо большое. Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, ярко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный, чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжественный, как самое важное событие в жизни каждого человека. Я от всей души поздравляю всех собравшихся здесь с этим днем. И, конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья моим учителям, удачи, усидчивости, настойчивости в достижении целей моим ученикам и огромного терпения моим родителям. Дорогие мои дети, родители, учителя, пусть любое начинание, даже самое смелое, будет вам по плечу. Яркими будут победы, поучительными поражения, счастливым каждый день. В добрый путь с новым учебным годом! Ученый,
врач, политик и строитель. Живи всегда в своих учениках и счастлив будь. Наш где классный руководитель, тоже, надеюсь, ваш любимый.